Доброе утро. Всем привет. Всем привет. Как лисенку приготовила? Это мои Анечка на соли. Тома тоже готовится. Посмотрим, щетка лежит. Чайник вскипятился. Мы сейчас будем наливать термос. Вчера не догадались телефон поставить на окно. Видео вообще у меня не загрузилось. Я поставила загружаться, Вася уснул. 2 часа 1 минута. Вася уснул, я ждала. Час прошел, 2 часа 1 минута. Я все выключила, легла спать. Вот теперь... Ну, вот Вася там все исправил, что-то поправил. Обрабатывается, да, уже? Загружается еще. Ну, короче, сегодня мы попозже выйдем, потому что видео я не загрузила. Мне потом неохота стоять на трассе и грузить. Одно и то же время потратим, что тут, что там на трассе потом. Ой, ну такая красивая девочка, волосы. Иди сюда, Том. Ой, чайник тут горячий. Мы пойдем сейчас спокойненько позавтракаем. Тут недорого. Мы вчера вот столько набрали. И всего 1100... 1200, да. И до этого мы вот ели, я тоже цену не сказала. Мы так вот все как бы тоже хорошо поели. И всего 670, что ли, мы потратили. А, где мы суп заказывали? Да, да. Девчонки, макароны с колбаской заказывали. Вообще дешево нам там обошлось. Тома, дай я тебя заплету. Ну, или пусть Алина заплетает. Ну, давай я. Ой, заметалась. Кто тебя заплетать будет? Мы уже закажем, а потом Вася подойдет. Что-то он там настраивает МТС. Мы сразу масло сливочное с собой взяли. Так интересно, пищит она, да? Мы сейчас соберем. Ага. Она так пищит смешно. Все, мы пошли. Завтра закажем, а тут уже ждать там. Потом придут остальные. Вася сказал мне заказать кофе и яйца. Надо проверить мой МТС. Не загрузила еще? Так, мы тут ждем, что заказали. Заказали мы тут яйца, кофе, кашу, вареники девчонки заказали, оливье, борщ. И вышло у нас все 579 рублей. Вообще мало, да? Вообще мало. По сравнению с краснодарскими ценами. Ну, единственное, конечно, ждать приходится, как везде. Ротится, ест. Мы со стола уже убираем. Кушай, не торопись. Кушай. Все, поели? Молодцы. Я вчера тут на лавочке сижу. Мальчишки приехали на мотоцикле. И представляете, один подошел. Привет, кстати, тебе, мальчишка. Он говорит: ой, я вас узнал. Нет, я понимаю, что, конечно, нас смотрят девчонки в основном. И, ну, там, женщины. Ну, парень, ему, наверное, ну, с 20 до 25. Ну, может, даже, не знаю, может, даже меньше. Так приятно было вообще, что даже мальчишки нас смотрят. Я очень удивилась на самом деле. Они на таком красивом большом мотоцикле подъехали. Подъехали. Надо будет вам показать, наверное, там как мы. Да. Ну, я не знаю. Такое служебное помещение. Закрывай. Здесь вот часовенка. Вася фотографировал вечером. Она вся светится очень красиво. Здесь вот один корпус, а это новый корпус. Ну, внутри вы видели. Там девчонки вон играли вечером.
мы сегодня выезжаем очень поздно, потому что видео грузило, но по-другому никак. Потом на трассе стоять и еще неудобнее будет. Время уже, наверное, 9. Мы только-только поедем. Алина побежала водичку купит сейчас. И будем уже выезжать. Уют-парк. Будете проезжать, останавливайтесь. Реально и недорого, и поесть недорого. И номера такие чистенькие. Прям вообще мне очень понравилось. Вокруг даже вообще не заезжали, но по крайней мере через ваш Иртыш мы едем. Ну, чистая большая такая река, столько рыбаков там сидит еще. Вон там город видать, дороги такие приличные. На заправку приехали. Ехали-ехали, я говорю, что у нас так тихо? Тома спала. Теперь шумно. Тома проснулась, да? Мы садились сюда. Да. Да. Я сказала, мне тебе не хочу спать. Ну, это хулиганка. Все, ну-ка, не надо показывать. Потом будем дальше. Щербатый хлеб ешь? Нет, конечно. Мы на заправке остановились и решили еще кофе попить. Девчонки, а где у нас еще один стаканчик? У нас же 3 было. Да? Надо достать чай налить. Кипяток уже не сильно горячий. Сейчас вот мы поедим, и девчонкам яблоки помыли, сходили. Как вкусно, да? Вкуснее, чем в кафешке какой-нибудь кушать. А у нас еще не хлеб, лепешка, а... Лепешка офигенная. Лепешка вкусная. И вот этот вот хлеб тоже, вот этот черный, нереально вкусный. Надо было взять еще по одной. А что теперь? Уже поздно. Ну, где-то вот уют-парк, или как это называется? Там нет воды. Нету? Я вам сейчас чай налью, сладенький, хорошо? Сахар, да, же, да, вот сахар же купила, Женя. Ага. Так, ну не кривляйся. Смотрите, впереди как будто там папа с сыном едут. Или мама с дочкой. Они даже так похожи. Одна большая фура и маленький фургончик. Смеемся. Вместе так и тут хорошо. Проверить видео, загрузилось, не загрузилось, а тут вообще интернета нету. Кое-как Ешка ничего не грузит. В общем, мы едем дальше. Нет, милая, нет. Сейчас мы едем дальше. Надо искать, видео уже надо открывать. Я не люблю так, когда надо это... Так с вечера все приготовил, потом только с телефона открыл. Ну вот, не получилось у меня. Последнее у нас прибавление времени. Разница с Краснодаром у нас уже стало 4 часа, да. Для нас, конечно.
конечно, это очень неудобно. Ехали-ехали, думали, еще хотя бы часа три поедем, но с этим прибавлением хотели до Чулыма хотя бы доехать. Нет, не получится нам вряд ли. До Чулыма еще 3 часа, это почти в 9 приедем. Да, да. Придется раньше остановиться. Смотри, он нам моргает, что нет никого. Видите, как помогают. Это очень хорошо. Нам не видно. Ой, Вася поблагодарил. У нас все видео уже который день. Ну все, поели, теперь можно и поспать. Ну все, поспали, теперь можно и поесть. Да? То мы уже давай тут всю любимую еду перечислять. Она уже есть хочет. Ну, Вась. Время 7. Я, Вася, предлагаю уже, надо останавливаться. Надо спросить, может, вот это быть? Да, сейчас поищем. А, Тома, совсем кушать хочет ребенок. Саша уже даже придумала, что она будет есть. Я тоже придумала. Макароны. И наггетсы. А я макароны, котлеты киевские. И Малина уже весь рецепт, ой, как это, рецепт, прочитала. Меню прочитала, да. Что там, что есть, тут будет? Есть? Что? Цветочки какие красивые. Все, будем кушать. А где все остальные? Вон они. Давайте подождем. А где Женька? О, господи, я ребенка потеряла. Где Женька, говорю? Спала, что ли? Купили, Томми забыли. Ходила с ней дополнительно. Я себе суп с перловкой заказала. Тома макароны. Так, чай вот твой. Чай, вот. Надо будет за водой сбегать. И Тома еще заказала себе сосиску в тесте. Папа картошку с печенью. Санечка, спинку выпрями немножко. Так, Алешенька, сбегаешь за водичкой? Ага. Кофе разбавлять, оно там горячее. Сначала ешь. Потом да, сначала за Сашу следить надо. Иначе она напьет и потом не ест. Алина, много картошки ест. Ну хорошо. Я уже говорила, да, девчонки сразу. Макароны и наггетсы. Все, приятного аппетита, дети. Саша, это ты заказала? Молодец, молодец. Все, кушай. Мы так, правда, на самом деле такие голодные. Все, прям есть хотим. Остановиться мы тут не сможем, потому что тут интернета нету. Тут полный ноль интернета, вообще ничего не будет. Тут, видите, опять пробка. Очень-очень много ремонта. Ну, зато дороги расширяют. Когда-нибудь будем летать. Сейчас пока стоим и стоим в пробках. Стоим и стоим. Сейчас в комментариях спрашивали, где мы едем. Вот на данный момент мы уже в Новосибирской области, время у нас тут прибавилось. Все, мы уже едем по-нашему, ну, как бы в Красноярске времени плюс 4. И проехали мы Барабинск, едем куда-то там ближе к Чулыму. О, смотрите, какая красная. Мама, дорога. Какие? Красная-красная. А когда ночь-то будет? Уже ночь, уже в 20:09. Ну, сейчас еще минут 40, час, не знаю, сколько тут простоим. Уже будем искать, где останавливаться. Я что хотела-то? Сейчас в комментарии прочитала. А почему вы все время берете Тому к себе спать на отдельную кровать, а не Дарину? Ну, во-первых, Вася, он практически сразу ложится спать. Вот. Ну, а зачем Дарине к нам? Ей интересно все-таки, наверное, с Алиной, а не с нами, во-первых. Во-вторых, они там в карты играют, ну, если это номер отдельный, конечно. Вот. И телефоны играют, и они там долго разговаривают, там что-то шепчутся. С Алиной все что-то куда-то ходят. Зачем Дарине с нами, когда ей интересно с Алиной? Вот. И если получается так, что... Есть отдельная кровать, на кровати спит Дарина, а Алина всегда с ребятишками. Потому что вроде как Алина первая забьет, смотрю, все, я тут буду спать. В итоге, смотрю, Дарина отдельно спит, она с ребятишками. Она то ли проспорит, то ли проиграет, то ли что она там, и в общем с ними спит. Вот. А Тома с нами, да, во-первых, она боится, во-вторых, ну зачем девчонкам, тут сами посудите.
Зачем Дарине с нами? Она и так с Алиной редко видится. И вот они там все что-то шепчутся. Вот. Сплетничают, да. С нами успеют поговорить.